Короткое свидание с мертвой Москвой, призраком прошлого, закончилось. Мы с Павлом снова выручили друг друга. И обратно в метро спускаемся уже спаянным тандемом. В пустошах иначе не выжить. Но теперь впереди обитаемая станция. Театральная. Отсюда до полиса рукой подать. Если Паша сможет провести меня через блокпосты красной линии, я буду у своих уже через час. Здорово, мужики. Вы того. Извиняйте. Время такое, сами понимаете. Нам сейчас на подъем. Стражи много? Еле ушли. В доме гнездо. У самолета. Кто-то мне сон сегодня снился. Мерзкий такой. Ну, что называется, сон в руку. Да. В проем идти смысла нет. Да, гнездо. Большой группой идти надо. Чистить. Так что, отменяется вылазка? Позже пойдем. Вы это, мужики. Надо людей набрать. Молодцы, в общем. Значит, будем мужиков ждать. Да, скоро подойдут и погоним твари. Фашисты к войне готовятся. А бегут-то чего? А у них перед каждой войной кучу народу определяют в мутанты. Нафига? Кто в армию запишется, признают человеком. А лишние рты на улицу. Ну или на виселицу. Прибыли, значит. Ну что, это все или еще будут? Все. Как и договаривались, два состава. А как там наши из первого? Решили уже вопрос? Куда там? Ждем ответа. Начальника уже плешь проели, но что поделаешь? Так может, вы пока там решают, нас пустите? Не, не пойдет. Не можем. Начальник запретил до выяснения. Ну хоть детишек. А родителей тут оставить? Нет уж, лучше подождите все. А первую группу же пустили? Да куда их пустили? Сидят на запасном пути. Вас хоть на платформе оставить решили. Есть где размяться. Понятно. Значит так, вопрос с нашим размещением решаю. Пока как сказали же ждать. Столько лет жили, а теперь мы уроды? Как же так? Сколько раз такое уже было? Но почему? Почему именно мы? Каждый раз мерки все строже. Вот и наш черед пришел. Или ты думала... Мы всех соседей пересидим. Нет, там скоро один фюрер останется. Как же мы жить теперь будем? Да уж найдем как. По крайней мере, череп каждый день мерить точно не станем. Ой, плохо мне. Воздуха не хватает. Отдышись, успокойся. Все хорошо. Все уже хорошо. Волнуется она. Ну что поделаешь, 20 лет прожили в Рейхе, а теперь нас в уроды записали. У самого душа не на месте. Дышать тяжело. Сердце как колотится. А расклад у нас такой. Соседняя станция, площадь Революции, наша, красная. От нее до полиса два шага. Я договорюсь, тебя пропустят. Мигом у своих будешь. Это о вас только что сообщили? Да, о нас. Отлично, проходите. В общем, Артем, ты погуляй тут пока. Станция интереснейшая. Я со своими переговорю и найду тебя. Добро пожаловать и хорошо вам отдохнуть. Ну вы же понимаете, мы не можем ждать бесконечно. А я что могу? Я ничего не решаю. Шумел камыш, деревья гнулись, а ночка темная была. Подайте последнему театральному критику, подайте, кто сколько может. Что, молодой человек,
клюнули на мою остроумную табличку, а? В этом подземелье каждый нашел себе место. Убийцы и шлюхи, тираны, воры, торгаши — все отлично себя чувствуют. Даже некоторые скверные актеры. А я оказался никому не нужен. Никому. Все мы дышим трухой большого. Эта станция перенаселена призраками оперы. И что? Есть тут место лучшему критику сгинувшей страны? Черт с два. А почему? Никто не любит правды. Я говорю, вы позорите имя Большого театра. Они мне теперь Большой — это мы. Им не нужны критики. Им не нужно искусство. Им нужны только бабки. А эти несчастные, которые едут со всего метро в Большой театр, не понимают даже, как их обманывают. Искусство, молодой человек. Говорят, это удел сытых. Но нужно оно и голодным. Когда думаешь о возвышенном, голодные спазмы немного отпускают. Правда, никакого искусства уже 20 лет как нет. Поэтому проблема голода актуальна для меня как никогда. Подайте еще один патрончик, а? Спасибо. Значит, есть еще люди в этом мире. Мерзко мне. Мерзко. Сидим мы здесь. Светло, тепло, выпивка, а кругом радиация, разруха, смерть и война. И что? Да именно из-за разрухи и смерти театральная и нужна. Не будь тут театра, так только в петлю лезть от безнадёги. Первое время чумы, значит? И когда ждать гости с косой? А хоть сейчас. Вот только выпьем по одной. Да, друг, выпьем. Еще один пришел поплясать на костях цивилизации. Не слушай ты его, парень. Он весь Семеновна, выпьет и сам расстроится. Ох, дух тут у тебя, аж слюнки текут. Неужто новенькая чего сообразила? И замерзшим. Оба шахтера. Рассказывай, почему мерки меняют топора своей теории. Обострение рассвоение, а то положим. А как нам сейчас побалдеть? Прости, Кать. Прости. Что? Костя, что случилось? Витя погиб. Как? Мы уже обратно шли. И тут демон. Все попадали, он даже не зацепил никого. А Витек маской на камень. Демона отогнали, смотрим. Лежит Витек. Мы к нему, а он не дышит уже. Как же так? Как же так, Костя? Прости, Кать. Прости. Не уберегли. Не уберегли, Витька. Как же это? Мы тут похоронили его там. Хорошо, место хорошее. Камней много положили. Да, дядь Миш, покажите! Ух ты, это же демон! Страшный какой, прямо как демон, демон! Вон крыльями как машет! Да, нападает! Нет, это он взлетает только. Папа говорит, он только на взлете так сильно крыльями машет. А папа видел много. Правда, это демон, дядя Миша? Вообще-то, ладно, пусть будет демон. Правда, раньше были такие птицы. Прям такие, как демоны? И злые такие же? Нет, не такие. Красивые, сильные, но меньше демонов. И людей не трогали. Да и другие птицы тоже были. Да. Лучше вы мне скажите, кто это, с таким длинным носом. Может, упырь? Только уж больно нос большой. Серый, твой папка про таких не рассказывал? Нет, а он и в библиотеке был, и даже в парке. Про медведей рассказывал, а про упырей с такими носами нет. Дядь Миш, это кто? Это слон, вы же видели их в той книжке. Слон? Я думал, упырь такой. А слоны страшные были. Может, упыри из них вышли? Слоны были очень большие, но просто так никого не трогали. Только если их разозлить. Но уж если разозляться, то могли и растоптать.
будет честь присутствовать на нашем великолепном шоу. Точно! Упыри от них! Это ж мамки ихние здоровенные так нападают! Папа говорит, если разбежится, точно затопчет. Надо отпрыгнуть в сторону, а так она и своих топчет. Может, и от них. В зоопарке-то слоны были. Правда, измельчали они как-то, если в упырей превратились. А вот это что за птица? Это лебедь! Вон шея какая длинная! Я знаю, она и в книге была. И еще у мамы картинка большая с циферками есть, такой птицей. На стене висит, вот. Правильно, лебедь. А вы, ребята, чего молчали? Вы же тоже видели и книгу, и календарь у тети Томы. Да я все думала, что это мутант такой. А я тоже. Вроде похоже на книгу, но в книге же они все не живые. А этот во как шевелится. Ребят, ну постарайтесь представить, что есть еще... Хотя... Ладно, а это кто? Вот это точно жука-паук. Вон как у него жвалы торчат. Или это он лапы поднял? Нет, это коза. Точно как на картинке. Они у нее ядовитые рога. Рога у нее. Она ими хватает. Страшно. И Света тоже боится. Мама говорит, что рогами коза бодается. Я ее боюсь. Коза страшнее пауков. Они хоть Света боятся. Знаешь, Катя, это и вправду коза. Только она не страшная совсем. И бодаться просто так не станет. И вообще, это очень полезное животное. Молоко у них очень вкусное. Спешите оказаться было. Дядя Миша, а чего вы все таких сложных показываете? Их только Катька знает. Покажите, чтобы и мы ответили. А то нечестно. Да, дядя Миш, покажите! Ну ладно, уж это-то вы точно знаете. Ну, кто первый? Я! Это точно кикимора! Вон как пастью щелкает. Как прыгает из норы. Это ясно видно. Эх, ребята... Простите, плохо я показываю совсем. Не могу. Раньше-то хорошо умел, а теперь совсем разучился. Простите, дайте передохнуть. А позже я еще попробую. Только вспомню, как же их... Как их показать, чтобы вы узнали. А у меня папа сталкер, он мне тоже куклу принесет. А у меня летчик, он мне 100 штук привезет. А когда? Мне завтра обещал принести. Когда вернется? Если я буду себя хорошо вести. Так мама говорит. Так это, наверное, не скоро. Тогда побежали к Наташке. С ее куклой поиграем. Побежали. А что я могла ей сказать? Не знаю. А как же дети? Им же отдохнуть. Не трогай ее, парень. Они нас и здесь найдут. Пусть выплачутся. Найдут. А тогда все. Все пропало. У меня по новым меркам 2 сантиметров не хватает. Не найдут, не истери. Ушли чисто, погони нет. Вообще, подумаешь, 2 сантиметра. Тебе хорошо говорить. Тебе 2, тьфу. Записался в армию. Я простой ариец. Они ж девенцев из-за меньше да. вешают. Сколько можно? Я больше не могу. Большой театр! Гордость России! Легенда метро! Только сегодня вечером! Уникальная конкурсная программа! Ну что, Никитич, когда пойдем с тобой наверх мутантов кормить? На неделю вот хоть деньги еще остались? Да какие тут деньги? Спустил все подчистую. Все копил. Кончилось жить. Кожа! Лучшая выделка! Оригинальный покрой! Бери, не пожалеешь. Вставляет как надо. Что-то боязно мне. Запрещено же везде. Я лучше пойду выпью. Запрещено! Боязно ему! Один раз живем! Это ж театральное! Если не здесь, то где? Не хочешь, как хочешь. Через полчаса прибежишь, уже не будет. Разбирает мигом. Да погодите вы, дайте подумать. Думай быстрее. Вон еще приезжий стоит. Если ты не возьмешь, он точно уцепится. Все!
Все, беру, по рукам. Гранаты! Доступно и всерьез! Ха! Спасибо, парень. Если бы не ты, я бы этого жмота ни в жизнь не раскрутил. А если сам хочешь купить, подходи к вечеру. Будет новый пакован. Патроны и все остальное. Лучшие цены. Парень, специально для тебя сделаю скидку. Приходи к вечеру. Оттопыришься в лучшем виде. Защитите себя и своих близких. Как же так можно? Целый день стоят. Да чего же это? Мужчина подтвердит, я тут давно. Сколько можно? С утра мне уже который раз приеду. Хватит там собачить, сидячий. Или хочешь прогоны продайте? Так ты не стой, я помоги. Все, Артем, договорился. Можем идти на революцию. Через театр нас пропустят. За такие разговоры сейчас хлопочут. От тебя, что ли? Это не тебя на медне жена сковородкой гоняла. Ты еще на перроне прятался. Не куда? А билеты? У меня на жену рука не поднимается. Вы слышите? Да, конечно, проходите. Ладно, Станиславский. Ты, если хочешь посмотреть тут, я тебя у гримерки подожду. Маэстро Канкан! Большого театра еще не видела. Несравненно. Не знаю даже, как теперь остальным артистам производить впечатление на публику. Впрочем, думаю, они справятся. Переходим к следующему номеру нашей потрясающей программы. Этот человек презрел опасность, бросил вызов природе, ухватил бога нового мира за бороду и в очередной раз доказал, что человек – венец творения. Поприветствуем нашего великого дрессировщика Леонида Бурова с его ручным ужасом нашего города. Алле, оп! Ах ты, скотина тупая! Алле, оп! Ты куда? А ну назад! Куда, скотина тупая? Убью! Да, номер определенно удался. Очередная убедительнейшая победа человеческого гения над мутантами. Кстати, о мутантах. Даже до нашей станции дошли слухи о новых мутантах на ВДНХ. Черных, страшных, пули их не брала. А кто их видел, все с ума сходили. Но даже эти щадя ада оказались человечеству по плечу. Ребята с ВДНХ поняли, что заваривали чай не из тех грибов. После возвращения к традиционной рецептуре новых мутантов как рукой сняло. Блестящий триумф! Поздравим, ВДНХ! А наша программа продолжается! Настало время внести в наше шоу лирическую нотку. Позвольте представить вам гения камерной музыки.
самородка и талантище, несравненного баяниста дядю Колю Пожарного с произведением «Мое сердце рвется к небу, но, как всегда, бьется о потолок и падает на дно бутылки». Аплодисменты! Звучать как прежде. Слишком сильно ваша музыка коснулась их. Переходим к следующему номеру нашей потрясающей программы. Сегодня мне выпала честь представить на суд уважаемой публики самый зажигательный и искрометный номер по обе стороны Атлантики. Самое жаркое и знойное действо современности. Наше огненное шоу. Встречаем, господа! Поразительно, просто поразительно! Свою степень поражения я оцениваю минимум как вторую, а то и третью. Еще немного, и я бы начал обугливаться. Спасибо, друзья! Однако вынужден признать, что девушки все же зажгли жарче. Ребята, надо что-то думать. Даже не знаю. Может, огнемет попробуйте? Ну, а у нас все еще есть чем вас порадовать, дорогие зрители. Итак, на сцене виртуоз арпеджио, бог легато и демон тремоло, любимый ученик Владимира Манилова и Мела Бэя, величайший гитарист современности Виктор Минчук со своими фантазиями на заданную тему. Встречаем! Еще немного, и сердце мое не выдержало бы радости. Ноги сами пустились бы в пляс, а душа отлетела бы... Куда там ей светит? Спасибо, Виктор.
спасибо. Уважаемая публика, я вынужден извиниться за некоторые изменения в программе. К сожалению, у нашего иллюзиониста кончились ассистентки для номера «Пилорама». Однако, у нас есть более чем достойная замена. Внимание! Рождение новой легенды нашей музыки! На сцене дуэт «Минчук и Пожарный» с инструментальным экспромтом «Мы патриоты». Поприветствуем виртуозов! Столетия. Ошеломительно, просто ошеломительно. У меня до сих пор звенит в правом ухе. Это были виртуозы подземной Москвы, экспромт-дуэт «Минчук и Пожарный». Итак, дорогие зрители, настал грустный миг. С прискорбием я вынужден сообщить, что наша программа подошла к концу. Надеюсь, она понравилась вам так же, как мы наслаждались вашим обществом. Спасибо, друзья! Приходите к нам еще! Маэстро, сыграйте нам что-нибудь прочувствованное на прощание. Что, Артём, приобщился к искусству? Ладно, пошли, театрал. Ой, Павел Игоревич, а что это вы так редко заходите? Разлюбили нас? Ну как можно, Леночка, работа просто заела. На днях ждите. Жанка, дай пудру. Фиг тебе, свои есть, ей пудрись. Это разве пудра? А чего тебе твой не дарит? А он у нее того, экономный, во! Зато хозяйственный, за таким не пропадешь. Ой, так и выходи за него. А он не зовет, экономит. Дура, мы просто проверяем чувства. Ага, а пока он тебе пудры с потолка наскреб. А у тебя и такого нет, в баре снимаешься. Зато деньги есть, а тебе и в баре ничего не светит. Ой, девочки, не увлекайтесь, нам на выход скоро. Я вот с ней вообще никуда не пойду. Пойдешь, пойдешь. Тебя ж больше никуда не возьмут. В цирк только, да и тот уехал. Ах ты, а ну быстро прекратили. Вы еще подеритесь тут, а лучше на сцене. Ладно, все. И ничего не ладно. Мне что, Петровне сказать? Не, не надо. Ну вот и сиди, крася. Выход скоро. Беженцы опять. Одни беженцы. Что творится? А что творится? Война опять. Небось опять коммуняки с рейхом воевать собрались. Когда им гадам надоест только. Да сколько же можно? Только и знают, что воевать. Нет, чтобы зверье перебить. Они друг на друга патроны тратят. А им до зверя тьфу. Нас тут всех сожрут, они не почешутся. Вот моего носачи слопали, и что? И ничего. Наплевать всем. А зачем тогда жить вообще? Зачем детей растить? Когда их, если не зверье, так свои же убьют обязательно. Да не нужны никому ни мы, ни дети наши. Скорее бы уже кончилось это все. Хоть как. Вот что я тебе скажу, Артём.
Вроде идти уже надо, но давай гульнем, раз живы остались. А я угощаю. Прошу, две фирменных. Специально для вас из старого запаса. О, это дело! Полгода. Давай, Артем, строгнем. Ух, хорошо пошла. Ай, вообще хорошо здесь, но дома лучше. Знаешь, мне по всему метро лазать приходится. Ну и наслушаешься всякого про красную линию. Дескать, и плохо у нас, и жрать нечего, и расстреливают всех подряд почем зря, и анекдот не рассказать сразу вяжут, и строем все ходим. Стоп, давай-ка еще по одной. Давай, Артем. Так вот, ну да, у нас строго. Да, без бардака. Одна партия, один руководитель. Ну да, идеология там, все дела. Ну и что? Порядок зато. У всех еды одинаково. Нет богачей и нищих. Сколько надо для жизни, столько и получаешь. Да еще по одной. Ну, за равенство. Давай. А, о чем это? Да. Посмотри, как окраинные станции живут. Жрут друг друга, детей своих в рабство продают. Где-то каменный век уже начался. Если человека самому себе предоставить, он до зверя в два счета скатится. Нужен порядок, нужен. В это и верю. Сдохнем мы в метро без порядка. Перегрызем друг другу глотки и вся недолго. Так что ты как хочешь, а я красный. Красным и попру. Так что, давай, за порядок. Давай, Артём, давай, до дна, до дна! Ну вот и хорошо. Не серчай, Артём, работа у меня такая, красную линию защищать. А ты, мушкетёр, сейчас по чужую сторону баррикад. Бойцы, оформите товарища. Есть, товарищ майор. Слушаюсь. С возвращением, товарищ майор! Вольно!